Дмитрий Медведев высоко оценил работу по формированию ядерно-инновационного кластера в Димитровграде. Глава государства особо подчеркнул, что опыт Ульяновской области в организации системы подготовки кадров для ядерной отрасли может стать примером для других регионов страны. Данную тему первые лица страны обсудили на прошедшем 26 сентября совещании в Димитровграде. Президент также рассказал о тех направлениях, которым уделяется или будет уделено внимание в ближайшее время. Среди них борьба с безработицей, стабильность работы финансовой системы и исполнение всех социальных обязательств.